просьбой дать мне больше помощников. Извините, доктор. Придется вам обходиться тем, что есть. Когда мы достигнем Титана, они смогут нам помочь. Ясно. Сэр, я знаю, многие недовольны, что мы принимаем всех этих беженцев. Но, как бы то ни было, я думаю, что вы поступили правильно. Спасибо, лейтенант. Так, всем привет. Продолжаем проходить Battlefield 4. Мы на корабле в Южно-Китайском море. И нас тут атакуют, мы все еще не справились. Вот. Бравые американцы спасают беженцев. Так что пошли. Нам сюда, кажется. Мне не изменяет память. Так, у меня есть, кстати, снайперка, да? Морпехи,
Скажите Гаррисону, что он должен ей доверять. Спасибо. Рекер! Рекер! Теперь ты главный! Идите! Я был главный. Идите! Пошли. Ну же, пошли. Я пойду первым, командир. Да, наверх. Какой будет приказ? Отправляемся на мостик и ищем Гаррисона. А ты как думаешь? Похоже, ты снова командуешь. Черт! Сам подумайте. Командир, который ничего не говорит напрямую. Там чего? Блин, да нельзя попросить. Господи, блин, сколько в него надо садить патронов-то, ё-моё. Или я не понял, или у него одна голова торчала, что ли? Потому что я не очень видел, где он, но я стрелял чисто вот прям в корпус. Как если бы он там должен был быть. Корпус. Я не вижу вообще, там чернота сплошная, блин. И вообще вот это вот с ноги выбивать дверь, это вообще тупо. Что это за вообще за тактика, блин? Так делают морпехи? Тупо такой, с ноги выбил дверь и бах-бах-бах всех прям. Ага, конечно. Это же никакой... Вообще, я опять вот ничего не видел, я вслепую стрелял опять. Третий раз подряд. Чисто! Потому чисто! Что тут все мигает, вот он тут стоит в уголке, что-то выглядывает. Чисто. Он в порядке. Состояние стабильное. Где агент Ковик? Он не выжил, сэр. Ладно бы он сейчас световую кинул. Черт побери. Благодаря могильщику Валькирия все еще на плаву. Однако ее здорово потрепало. Мы далеко от дома, ребята, и во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант Рекер, жду вашего отчета через 15 минут. Могильщик в вашем распоряжении. Есть! Приз получен. Падение Титана. Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации, капитан. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда? Ирландцу это не понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я ценю это, Пак. У вас явные задатки лидера, хотя путь вам предстоит еще долго. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да. Приведите Рекера. Пак, Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан. Нет ничего проще. Пак. Рекер.
Возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Хана. Пошли, Рейкер. Кажется, командиром стал Пак, а не я. Вперед, морпехи, вперед! Приказ капитана, ирландец. Куда это ты собралась? Я вызвалась добровольцем. Добровольцем? А кто разрешил? Капитан Гаррисон, разговаривайте с ним. И вы все об этом знали? Вы китайский знаете, сержант? А вам-то какое до этого дело, дамочка? Я лишь хочу помочь. Вы же меня поддержите? Да. Я считаю, что это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. От тебя, блин, польза, чувак. Внимание всем! Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Бойцы на Валькирии, я знаю, что мы устали. Все мы страдали. Теряли друзей, любимых. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Боже, погода просто класс! Лучше не начинай, Пак! Ракетница, блядь, от тебя! Да, да, у меня! Кто-нибудь знает, этот шторм еще набирает силу? Кто знает? Он может через полчаса утихнуть. Это больше похоже на тропическую депрессию, чем на тайфун. Что такое тайфун? Вас их называют врага. Шторм или нет, этот план мы должны осуществить. Если ракеты не попадут в цель, пострадает много людей. Рекер, прямо впереди! Пустое место на берегу! Боюсь-то! Аккуратнее! Yeah.
классные, конечно, вылез, блин. И вот главное, все стоят просто и все игнорят. Просто самый тупорылый здесь вот. И... Ну, то есть здесь его просто нет. В принципе, никто не стреляет. А, тут был ящик, оказывается. Никто вообще не стреляет, на самом деле. Из наших. Ну, из своих. Все это так, чисто... Чисто мишура, короче. Поехали, поехали! Пулемет! Под огнем! Укрытие! Ищем укрытие! Водильщик идет на пролом. В какую сторону аэродром? Он на севере, на другую сторону вон того шоссе. Значит, нам нужно пройти под мостом впереди? Думаю, да. Думаю, это и есть наш ворот. Иди первым, Рейхер. Нужна перезарядка. Дайте цель.
Готовься, Задан, Крекер! Могильщик, на расцепили! Сейчас будет бум, по-моему. Нет? Танк. Господи, даже танк. О, вот бум. Даже танк не может никого убить. Где там враг? Танк вообще для чего здесь?
порядке? Люк был открыт. Чуть не сдох для воздушного взрыва. Что произошло? Взрывная волна. Им повезло, что они живы. Давайте возьмем танк. Сразу в лепёшку машину. Право, дебил. Тут парковка! Ну сюда. Право. Налево. Кто нас уничтожил? Там еще один танк стоял.
отсюда. Загорелись, кстати, мои танки. Что их уничтожили? Какой-то там просто. Он заспавнился прямо сейчас. Что мне надо было, может быть, если вылезти отсюда? Что-то я был обездвижен и все. Не понял. Просто не понял. Что он не очень дубовое, но я думаю, танком нелегко управлять. Все. Направо, направо! Танк прямо по курсу! Противник в гараже! На карте.
Обыщите тут все и берегите противника. Сколько тебе патронов надо бронебойных? Чтоб ты умер, блин. Гранатометчики сверху на переходе. Они отходят. Я что, вообще обычно одного такого патрона хватит, чтобы щепкой разбить человека просто. От него и мокрого пятна не останется. Уходи. Только вот не с самого начала, пожалуйста. Thank you.
Да, блин. Это еще только бронза. Такой неповоротливый, что я боюсь рисковать там делать какие-то маневры, поэтому я просто стараюсь кружить вокруг него. Очень дубовый. Не знаю, в Battlefield 1 танки времен Первой мировой управляли случаем. Бронетехника! С той стороны холма! Еще! По курсу прямо! Вот это? Да ё-моё. Сразу второй вылез, блин. Капец, ты метки. Спаунится, блин, резко. Да застрял в лавочках, блин. Не в лавочках, а, блин, в боеприпасах. Гениально. Твою мать, третий сразу, блин. Танки. Я чё, World of Tanks купил, что ли? Я батлу купил, я хотел шутер. Ну, просто дубовая физика, блин, очень дубовая. Застрял, блин, в этом. В сраном... Ну все, вот застрял, все, встал. Да. Все. В чем ты, блядь, застрял, сука? В чем танк может застрять? В холме, в этом полигончике. Сраном угловатом вот таком холме, блядь. На Next Gen консоли. Ну, сейчас это уже Past Gen. Бронетехника! С той стороны холма! Как ты попал мне? Еще! По курсу прямо! Как?
справимся. Так впадло, на самом деле, вот почему-то это делать, блин, все. Вообще неинтересно вот на вот этот геймплей на танке, вообще неинтересный. Бронетехника, с той стороны холма. Блядь, как ты меня, сука, увидел, блядь? По курсу прямо! А ты пока развернешься, это пипец. А в дерево, давай попади в дерево, блядь. Горит пукан от этого говна, на самом деле. Неинтересно, неудобно управлять, блин. И какого хрена враг вообще первый меня стреляет? Я еще, он еще не успел заспауниться, блин. У меня вообще не отражается на тепловизоре. Или что это? На них где-то 4 попадания надо. Я не знаю, блин, куда надо попадать в него, чтобы... Может быть, не 4, а надо меньше, если попадать туда, куда следует. Потому что такое ощущение, что в меня он попадает куда... Ну, как бы... У меня меньше выстрелов требуется. Могу заехать на этот холм, блядь. Что за бред? Куда теперь? Бронетехника противника на площади. Езжай, езжай, блядь, чё? Чё, не сюда? Только вот из такого он может попасть. В чем проблема-то? Я не могу заехать. Мне надо вылезти. Поняла. Начинаю обстрел.
опять-таки не очевидно. Казалось бы, лестница. Чё? В чем проблема дальше? Опять за спиной, блядь. И опять он не умер. А ну как так? Ну как так-то, ребят? Ну как так? Вижу аэродром. Нам нужно перебраться туда. Да, и сделать это без риска. Иначе задание накроется. По другую сторону этого здания должен быть мост. Оттуда сверху обзор может быть лучше. И чё? Прыгивай. Давай, Рекер! Сюда, Рекер! Контакт впереди! У меня уже пукан сгорел на этих танках. Чё? Чё спим-то? Господи, продрог до костей. Мост вон там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. Черт! Помоги мне, Рекер. Я ей не доверяю. Она что-то скрывает. Присматривай за ней. Идемте дальше, но побыстрее. На себя, дебил. Где я подобрал? Я вообще совершенно ничего даже не видел это. Я просто нажал квадратик случайно, чтобы перезарядиться. Чего? Мне кажется, я вижу самолеты! Вот истребителей нет! Они их выведут, это просто вопрос времени! Давай же, буря долго не продлится! Ну что-то пока не похоже. Передвигаемся за машинами. Не высовываться. Ладно, я думаю, давайте мы, наверное, вот на этом моменте где-то закончим. Примерно на этом моменте закончим, у нас тут буря вот. Был сейчас чекпоинт, поэтому продолжим с этого момента завтра. Спасибо за просмотр. Увидимся в других видео. Пока.